исследования подземелий. До 18 мая период проведения ивента, количество опыта, получаемого во время охоты на монстров в указанных ниже подземельях, увеличено на 30%. Башня Крумы, логово Антараса, башня Слоновой Кости. Потерянное семя духа. До 25 мая, в период проведения ивента при охоте на монстров башни Крумы, логово Антараса, башня Слоновой Кости, с определенной вероятностью выпадают предметы «Потерянное семя духа». Потерянное семя духа позволяет создать указанные ниже предметы, которые видите на экране. Сундук со свитком поручения Эн-Хасад. За выполнение задания, полученного при помощи свитка поручения Эн-Хасад, фиксировано выдается 300 очков энергии Эн-Хасад. Наследие духов. До 25 мая, в период проведения ивента, каждый день 21.00 по почте выдается наследие духов. Награда будет выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Потерянное семя духов 5 штук, мешочек с антикварными вещами, заряд души 500 штук. Также можете видеть график ивентов, которые в данный момент есть. И вот видим, что до 18 числа очень много ивентов заканчивается 18 числа. И я думаю, насыпет неплохо интересных ивентов. Но это будет видно. С вами был Розе. Всем до новых встреч.